Сегодня в Якутск с рабочим визитом прибыл начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко. Он осмотрел ряд объектов системы обеспечения безопасности Якутии, встретился с личным составом подчиненных подразделений. Основной целью приезда Диденко стала встреча с главой республики, в ходе которого были обсуждены новые формы и методы противодействия стихии. В частности, была отмечена необходимость перехода от реагирования на происшествия к активной предупредительной работе, более широкого развития единых дежурно-диспетчерских служб. Егор Борисов отдельно отметил высокий уровень взаимодействия органов власти республики с подразделениями МЧС и выразил заинтересованность во внедрении новых методов управления рисками. Федеральный центр в лице Сибирского федерального округа, к которому теперь относится территория Республики Якутия, будет, несомненно, максимально помогать силами, средствами, методическими различными направлениями республики вот в достижении тех целей, которые должны привести к одной единственной главной вещи. Это обеспечение безопасности людей, проживающих на территории этой великолепной республики. Якутскому народу должно быть понятно, что о нем заботятся, и не человек бегает и ищет, где найти помощь, а помощь сама приходит к человеку. Вот эта работа, самая важная, которую мы сегодня обсудили с главой республики и которая будет основой всей нашей деятельности в ближайшее время.